считают, что черный дозор ведет в городе военное положение в ближайшие двое суток. Мы настоятельно рекомендуем всем, кто может, начать эвакуацию прямо сейчас. За последние 72 часа вирусная эпидемия достигла небывалых масштабов. Очевидцы сообщают, что видели Алекса Метцера, ответственного за эту катастрофическую вспышку. Простите. Жаль, что я так далеко от вас. Скучаю, папуль. Я тоже, моя милая. Но не бойся. Папа уже едет. Это чертово! Это ниндзя 3-3. Вас понял, 3-3. Что там у вас происходит? Выясняю. Вот дерьмо. Алекс Мерсер. Алекс Мерсер. Дерьмо. Ред Краун, Алекс Мерсер находится в квадрате 3-4. Повторяю. Алекс Мерсер на зоне. Квадрат 3. Ниндзя 3-3, это Ред Краун. Высылаю к вам подкрепление. Удерживайте свою позицию. Ред Краун, внимание! Я не в гребаном черном дозоре. Что? Все? А эта тварь что задумала?
Думаешь, я за тобой не пойду? Набегался! Что? Блин! Ты чё? Это все от вируса. Никто такое не переживет. В его организме вирус. Поэтому и нужны эксперименты, доктор. А если результат вас не устроит, Рукс, что тогда? Хеллер — собственность Гентек. Если что, все сжигайте. Сжечь? Нет, ни за что, нет. Образец бесценен. Полковник приказал сжечь. Значит, сожжете. Пора начинать. Большой стимул для выживания.
Где это я? Что это за фигня? Выпустите, блин, меня отсюда! У вас есть все необходимое, доктор? Полковник, прошу. Надо узнать о нем как можно больше. Эй, я тебя слышу! Боже мой. Данные, которые мы здесь собираем, поистине уникальны. Прибью, как только отсюда выберусь. Эй! Слышишь меня? Хватит! Сжечь его! Друг, нет, не смей! Келлер слишком ценен и должен остаться в живых. Ваши возражения учтены, доктор, и отклонены. Лейтенант Райли, запускайте. Есть, сэр. Приказ о сожжении от полковника Дагласа Рукса. Время 02:23. Со мной сделал. Райли, сжечь его! С радостью. Келлер, жри их! Жри, если хочешь жить! Заткнитесь, док! Эвакуировать весь персонал! Установить периметр по всему зданию! Вас понял, полковник. Редкер 1-1 уже в пути. А это мой билет отсюда. Ты за это заплатишь. Черт! Черт! Пульт управления сдох! Охраняйте центр управления, лейтенант! О, не волнуйтесь, он точно не уйдет! За чертовщина! Это твоя судьба. Я избрал тебя. Ты что со мной сотворил? Я дал тебе вирус Мерсера. Его ведь так называют, да? Тот же вирус 2 года подряд. И тот же самый черный дозор спасает Нью-Йорк. Очнись, Хеллер. Нет никакой эпидемии. Это испытание биооружия. Его разработал Гентек. Его контролирует дозор. А винят во всем меня. Эта пешка сейчас это докажет. Джеймс Хеллер, лейтенант дозора иди Марк Саймон. Иди в жопу! Да, не спеши. Спокойно. Подождем, пока дойдет. С нас хватило вмешательства Мерсера в подрыв Нью-Йорка. Его необходимо схватить. Думаешь, он способен еще больше напортачить? Я был в группе Гентек, которая разработала вирус, Саймон, в 1964 году. Я не позволю уничтожить труд своей жизни! Что это?
Каждое поглощенное существо делает тебя сильнее. Ты можешь принимать их облик, и ты получаешь их память. Я слышал тебя. Я видел этот твой вирус, но пока не видел доказательств, что верить нужно тебе, а не им. Нет. Тебя выбросили, Хеллер. Тебя запихнули в клетку с полсотни зараженных, а потом попытались тебя сжечь. Я не выпускал вирус, и я не убивал твою жену и дочь. Чего ты хочешь? Пойти против них? Я хочу их уничтожить. Дозор, Гентек и их вирус. И мне нужна твоя помощь. Но сначала ты должен кое-что сделать. Гентек экспериментирует с вирусом, создает самых разных зараженных тварей. Тебе нужна эта ДНК. Когда будешь готов, я найду тебя. И ради бога, блин, надень что-нибудь. Вайпер 2-1, как слышно? Рукс, он, кажется, думает, что я свой. Вайпер 2-1, говорит чекмейт. Чекмейт. Хеллер сдуру разворошил осиное гнездо. Гентек расширил программу вооружения. Принято. Приказы. Защитите комплекс любой ценой. Если Хеллер вдруг там, убить. Вас понял. Джеймс, у меня есть информация об экспериментах над людьми. Они вводят заключенным какую-то сыворотку из зараженных чудовищ. Уже этим занимаюсь. Сейчас проверю. Я даже со своим рабочим столом сидел. Лучше просто обратиться. Начинаем извлечение ДНК гидры 416 для тестирования биологического оружия. Дополнительно. Измерить быстроту реакции, силу и дальность атаки гидры. Щупальца. Это надо видеть. Мило. Эй, осторожно! Назад! А ну, дергается! Назад! Ее же усыпили! Что ее разбудило? Видимо, какой-то внешний фактор. Протокол не менялся. Усыпить, образец! Скорей! Что такое? Черт, допусти меня! Жри, тварь! Чай, хрен моржовый. Yeah.
Капрал, это Беллами. Почему мне говорят, что Гидра мертва? Видим объект! Он тут все разносит! Своими танцами будете заниматься потом. Погибли месяцы работы. Убить его! Убить сейчас же! Объект ушел! Просто исчез, как до... Вайпер 3, это Коттон Маус 2-3. Как слышно? Вайпер 3, это Коттон Маус 2-3. Вайпер 3, проверка связи. Коттон Маус 2, мы заходим. Главная цель обнаружена. Огонь на поражение. Это все упрощает. Видим цель. Огонь! Огонь! Я сам себе ПВО. Отец. Я здесь, Джеймс. Слушай, я связался с источником. Ее псевдоним Афина. Она знает о лагере Черного Дозора. В него отправляют людей, но живым оттуда никто не выходит. Я разберусь. Доктор Коннорс, это Питон. У нас еще одна партия особей для полигона Джефферсон. Так, с размещением почти закончили. Дайте нам 10 минут, а потом разгружайте нытиков. Прошу, нет, не надо, не смейте, прошу, Боже! Давайте, поживее! Бессердечные сволочи! Дело. Не нравится, когда монстр заявляется на твою территорию? Играли и хватит. Пора действовать. Ты идешь со мной. Разрешен.
всех врагов! Вас понял, Пайпер. Мы уже в пути. Прием. Попади! Питон, говорит Коттон Маус, мы прибыли на полигон. Приступаем к подавлению противника. Прием! Коттон Маус, прямое попадание не нанесло объекту вреда. Всем группам прекратить огонь! Уничтожим, мразь! Отец Гуэра, слышите? Джеймс, слушай. В чем дело? Поздно, слушай. Дозор уже здесь. Может, узнали о нашем разговоре. Уже лечу к вам. Что? Нет, нет. Они нас полностью окружили. Даже не смей здесь показываться. Вас из-за меня убили? Нет уж. Закон, это Редгар 1-3. Мы у церкви. Объект заперся внутри с 9-миллиметровым. Прием. Применение взрывчатки разрешено. Ищите сбежавшего подопытного. При обнаружении открыть огонь. Я вам покажу открыть огонь. Ну, отвалите от церкви! Вот срать! Это Хеллер! Это наш подопытный беглец! Вас понял, 1-3. Подкрепление уже в пути. Отлично. Еще труповозки. Что из этого выйдет? Четыре-четыре! Враг у вас прямо на крыше! Сбрасывай его! Сбрасывай! Дерьмо! Тоу! Тоу нет! Боже мой! Он нас гробит нашим же Тоу! Дракон, это Баллиста-3. Атакую основную цель. Прием! Когда же ты научишься сдаваться? Отец, держитесь. Я работаю. Пытаемся ее окружить. Дрэгон, это Мага 2-3. Атакуем церковь. Прием. Вот уж нет. И не надейтесь. Держитесь, отец! Прошу.
половину звезды тени. Не убоюсь зла. Кончайте ныть, отче! Отец Гуэра! Отец Гуэра, отвечайте! Отец! Отец, где вы? Они атаковали церковь. Идемте, быстрее. Давайте. И почему я им не сдался? Отец, давайте обойдемся без этой театральщины. Здесь быть нельзя. Но это не значит, что надо лечь и сдохнуть. Вы должны спастись. Я серьезно. Вы мне нужны. Мы с вами заодно. Удалось обнаружить доктора Кёнига. Отлично. Может, запереть его с десятком зараженных? Посмотрим, что будет. Передаю координаты. Ты должен его остановить. Он опасный человек. Не переживай. У меня полно причин прикончить этого ублюдка. Ничего не могу с этим поделать. Я рядом с Кёнигом. Что ты видишь? Путь внутрь. Доступ разрешен. Доктор Кёниг. Сержант Хеллер, рад, что вы еще живы-здоровы. Вы ведь здоровы. Кёниг. Послушайте меня. Гентек заставляет на них работать. Я на вашей стороне. Я ведь пытался сохранить вам жизнь. Не так ли? Но сейчас не об этом. Хочу предупредить. Гентек готовит некую программу «Орион». Они выращивают, как бы сказать, суперсолдат. И их натравят на вас, сержант. Но их можно остановить. Только надо действовать сейчас. С чего я вдруг должен вам верить? Позвольте помочь, пожалуйста, иначе совесть заест. Если это так, мы продолжим. Прошу, время дорого. Исследование возглавляет доктор Дэвид Берг. Быстрее! Джеймс, ты разобрался с Кёнигом? Не совсем. У меня тут проблемы посерьезнее. Слыхал про проект Орион? Нет. А что это? Куча упрямых уродов из пробирки, которые хотят меня прикончить. Тихо, Дебутас. Будь осторожен, Джеймс. Ладно, док, я на объекте. Охраняй тут все, мама, не горюй. Как мы и ожидали, если уничтожить систему связи, они не смогут вызвать подкрепление. Говорит Рэдлер 2-1. Враг уничтожил первую вышку. Принято. Открыть огонь по цели. Повторяю, не... Джейм Хеллер! Ты знаешь, кто я? Проект Орион. Я доброволец. Проект Орион. Ты моего друга на части разорвал. И теперь я могу сделать то же самое с тобой. Кёниг, ты ж говорил, что проект Орион еще не запущен. Правильно. Да ну. А с кем я тогда сейчас дерусь? О боже, плохо дело. Да, сверни ему шею. Орион погиб. Уничтожить врага! Я все расскажу! Доктор Бёрг, объект угрожает подстанции! Чините ее, дураки! Нельзя терять этот комплекс!
Комплекс огнем горит. Комплекс «Орион» в критическом состоянии. Идет эвакуация всего персонала. Там этих придурков. Нам пришлось эвакуировать комплекс. Все уничтожено, все разрушено. Проекту «Орион» конец. Не совсем. У нас есть еще солдат фазы 2 на испытательном полигоне. Мы его клонируем и продолжим там исследование. Хеллер, ты в порядке? Этот доктор Берг сказал что-то об испытательном полигоне. Выясни, что он имел в виду, и свяжись со мной. Хеллер! Что такое, доктор? Проект «Орион». Я теперь знаю, где находится их полигон. Я жду координаты. Конец. Но если вы очень поспешите, то успеете нейтрализовать эту угрозу. Понял. Спасибо. Может, скажешь мне внятно, что это за испытательный полигон? Солдаты, с которыми вы столкнулись, были лишь первой фазой проекта «Орион». Во второй фазе должны были объединить сыворотку с ДНК, вашей ДНК. Погоди, так что эти сволочи используют мою ДНК? К счастью, образцы были уничтожены в комплексе «Орион». Но на полигоне остался еще один солдат второй фазы. Из моей крови какого-то Франкенштейна слепили. Ему не поздоровится. Ничего себе у них тут операция. Учтите, ваша главная цель — солдат второй фазы Ориона. Если его не уничтожить, Берг сможет воссоздать ДНК солдата и продолжить эксперименты. Поверь мне, он первый на очереди. Кровь мою без спроса взял. Говорит Редлер 1. Видим Хеллера. Хеллер? Нет, не подпускайте его к подопытным. Куска дерьма, мой голос! Это нечестно! Потеряем эту особь, все пойдет прахом! Убейте врага! Быстро!
Меня? Ага, типа того. Нет! Нет! Это еще что такое было? Господи, он жив! Где вашу мать группа захвата, Гентек? Хеллер, что там творится? Я сожрал Орион-2 и потом взорвался. Это технология выброса биомассы. Вы сможете воссоздать эффект, если поглотить... Это Ред Краун. Силовая поддержка на месте. Прием. Черт, зараженные вырвались из клеток, нас просто затопчут. Вайпер 2, оставайтесь на месте. Основная цель — не покидать территорию. Всем отрядам Редлер. Это Редлер 3. Огонь только по основной цели. Прием. Вайпер 2 на связи, прием. Убейте, мудака! Доктор Берг, требую немедленной эвакуации. Где моя защита? Возьми мою ДНК, а я возьму твою. Близкий к прорыву, а, док? Скорее личное достижение. Я наблюдал за Хеллером, измерял его силу. Теперь я точно знаю, как его нейтрализовать. Убить его? Доктор Кёнинг, вы что задумали? О, не о чем беспокоиться. Я просто... Это вас не касается, командир. Лучше займитесь своими обязанностями. Кёнинг, я тебя выпотрошу, как треску. Кёнинг, ты меня подставил. Подставил? О чем ты? Я пытаюсь тебе помочь. Врешь! Из-за тебя меня чуть не убили. Теперь я верну должок. Сержант, пожалуйста, вернитесь в лабораторию. Уверяю, я развею все ваши сомнения. Сержант! Сержант! Сержант Хеллер, в чем дело? Неужто я вас чем-то обидел? Хватит уже придуриваться. Обмануть меня хочешь? Кажется, я уже это сделал. Это... Доктор Кёнинг, видим
проклятие! Сжечь этого психа! Просто так меня не убить, док! Господи ты боже, эти кретины будут как мухи. Капитан, готовьте вертолет. Вас понял, док. Командир, я вас уволю, если этот гад меня найдет. Спокойно, ваше местоположение засекречено. Конечно, пока я не съем твой мозг. Никто не говорил, что тут зараженные. Не хочу я с зараженными связываться. Объект у нас Тоу оторвал! Он нахрен Тоу оторвал! Как слышно? В чем дело, командир? Ред Краун указал координаты для отхода, если с Хейлером что пойдет не так. Вас будут ждать на базе 7. С дополнительной охраной, надеюсь. Этот вопрос решайте с полковником Руксом, док. Дрянь. Думаешь, просто спрячешься от меня? Ты думаешь, чертово здание помешает мне добраться до тебя? Мы видим врага.
приближается к... Хеллер! Хеллер! Он и есть цель! Убить его! Живо убить его! Нарушение системы безопасности. Всему персоналу следовать плану эвакуации Альфа. Не слушать! Продолжать, пока не уничтожите цель! Тот, кем ты мог быть. Кем ты должен был быть. Я докажу это Мерсеру. Докажу, что он в тебе ошибся. И когда он осознает, каков ты, ты умрешь, и я займу твое место. Сукин сын. Смейся, пока можешь, гад. Слишком медлителен, Хеллер. Гора бесполезных мышц. Посмотришь, насколько они бесполезны, когда я буду отрывать тебе голову. Что ты пытаешься доказать? Я ничего не хочу доказывать. Я просто хочу тебя отделать. В чем дело, Хеллер? Не справляешься. Кишка танка? Побереги дыхание, Кёниг. Пригодится на то, чтобы кричать.
Гёник, я могу продолжать вечно. Ты только оттягиваешь свой конец. Если убьешь меня, Мерсер расстроится. Сначала забью тебя до смерти, потом уж буду волноваться. Ты ничтожество, Хеллер. Притом безграмотное. Придурок. Мне же проще. Хочешь поставить меня на колени? Этого добиваешься? Просто заткнись и сдохни. Надо сказать, доктор Мерсер, отправить разных гентек – великолепная мысль. Мы прорвемся в силовую структуру. Сабрина Галлова уже метит на пост финансового директора. Так последуй ее примеру, Кёник. Все должны быть на своих местах, чтобы перейти к операции в зеленой зоне. Конечно, сэр. Хеллер, тебя бы убить. Мне нужен был Кёник, а ты помешал. Прихлопнул как муху. Тебе стоило сказать, что нас тут больше двух бегает. Я уж молчу об этом сраном чокнутом ученом. Ну, теперь знаешь. Мы в Гентек. Мы в черном дозоре. У нас глаза и уши повсюду. Ты собираешь армию? И когда нас наберется достаточно, мы с тобой возглавим атаку и сотрем с лица земли и Черный Дозор, и Гентек. И вирус. Что? Вирусу тоже конец, так? Им всем. Таков план. Осталось недолго. Приготовься. Лживая тварь. Отец! Приходи ко мне в зеленую зону. У Афины плохие новости. У меня тоже. Мерсер нас всех в конец запутал. Он что-то задумал. Джеймс, ты и половины не знаешь. Уже иду. Хорошо, отец. Как мне туда добраться? Все мосты закрыты. Невоздушный мост. Черный дозор гоняет между зонами грузовые вертолеты. Я подкупил одного из пилотов, и он перевез меня. Думаю, у тебя это тоже получится. Думаю, получится. Поговорим позже. Спасибо. Внимание! Воздушный мост уничтожен! На территории враги! Повторяю, на территории враги! Говорит Дракон 1-1. На переходе идет подготовка к взлету. Всем пассажирам немедленно явиться на площадку. Дракон 1-1 говорит... Сержант Дженкинс, подождите, я полечу вместе с вами. Вас понял, сержант. Yeah.